Около кинотеатра «Искра» продолжает работать ярмарка, на которой можно найти самые разные товары – от одежды и предметов быта до продуктов питания. В ближайшее время наконец-то станет тепло, а это значит, что нужно подбирать новый гардероб как для взрослых, так и для детей. Представлена женская верхняя одежда разных производителей, в основном это российских производителей, качественные вещи. Есть большие и маленькие размеры. Хлопковые изделия на весну, где это ассортимент для девочек и для мальчиков. Также продукция вот Ивановской фабрики. Брючки у нас женские, пожалуйста, ветровочки, куртки разные. Это оренбургские изделия. Это шелк и козий пух. Ручная работа. Хорошего качества, теплые, комфортные, уютные. По соседству можно купить и зимние товары, причем с хорошей скидкой. У нас очень хорошие валенки. И сейчас, в данный момент, идет огромная распродажа. Так что все пользуйтесь моментом. Я вам просто это советую. Это натуральная продукция, 100% овечья шерсть. Для обеспечения уюта в доме на ярмарке можно купить российские качественные комплекты постельного белья, одеяла и подушки по ценам производителя. Уже тут много людей знают, и качество знают, и приходят, и только спасибо говорят. Стараюсь синтетику не возить, только чтобы лучше... лучше качеством брать. В качестве сувенира или подарка на выбор большой ассортимент изделий русских народных промыслов, гжель, хохлома и многое другое. Здесь у меня представлены изделия из бересты, которые мы привозим из Сибири, из Томской области. Представлено очень много нижегородской продукции, это и матрешки, и всевозможные развивающие игрушки. Есть и Новосибирск производители. На ярмарке можно встретить уникальные книжные издания, цены на которые приятно удивят. В основном детское берут, для подростков очень много, хорошая подборка. Если вот, например, вот такая книга служит у нас как вот эта палочка и выручалочка для подростков. С 1 по 5 класс вся школьная программа. Русский язык, математика и английский. И, конечно, многие жители Видного приходят сюда за свежими овощами и фруктами. В принципе, здесь все вкусное. Вот огурчики, зелень. Ну, короче, здесь все вкусное, все берем. По осени мы закупаемся здесь морковку, свеклу берем, картошку. Сейчас, после зимы, нам как никогда требуются витамины. На прилавке их можно найти в достатке. Дагестанские помидоры сладкие. Это еще идет импорт киви и мандарины, вот, капуста, Краснодар. Любителей сладкого порадует большой выбор кондитерских изделий. Мармелад, халва, восточные сладости, рахат-лукум, зефиры, меренговые рулеты. Постная продукция сейчас к посту. Пожалуйста. Ярмарка будет работать до конца недели. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.